В прошлый раз три пары показали наивысший результат, и в их числе Алиса с Алексеем. Музыкалы Пугачевой, слова Ильи Резника. Три счастливых дня. Я их не ждала, я их не звала. Были мне они даны судьбой. Среди тысяч лиц ты меня узнал. Голос вверх, ты мне милым стал, долгожданным стал, но подвластным и судьбе. Как же эту боль мне преодолеть? Расставание маленькая смерть, расставание долгий путь к причалу. Может быть, когда-нибудь мы встретимся опять. Когда смотришь на катание Алисы и Алексея, то словно забываешь, что Алиса все-таки не профессиональная фигуристка. Насколько эта пара смотрится гармонично на льду, и фигуристы выглядят как единое целое. Ну, вообще-то, в нашем проекте у Алисы и Алексея было 4 счастливых дня, потому что они являются победителями 4 соревновательных дней уже. И мне представляется, что это не предел, потому что я вижу резерв, за счет чего еще можно прибавить в мастерстве партнерши и за счет чего можно выйти на еще более высокий уровень.